Пока детишки веселились, взрослые смогли порешать насущные вопросы. Администрация Раменского городского округа возобновила акцию «Школа ЖКХ нашего двора». Сегодняшняя встреча посвящена тому, что мы здесь, во дворе, рассматриваем широкий спектр вопросов, связанных с содержанием жилого фонда, с благоустройством, с работой ЕИРЦа, с работой управляющих компаний, с работой водоканала, с работой по вывозу мусора организации. Вот все эти вопросы, которые беспокоят вас, вы сегодня можете задать, можете на них получить ответ. Встреча жителей с представителями администрации и коммунальных служб проходила во дворе на улице Десантная. Судя по количеству участников, вопросов накопилось немало. Теплое время оставшегося сезона летнего, да, начало осени, мы вот будем стараться каждую неделю проводить такие мероприятия ЖКХ нашего двора, где присутствует вся администрация, глава Виктор Валентинович, службы все, которые отвечают за жизнедеятельность города и конкретной дворовой территории. Жители принимали в белом шатре. Все обращения фиксировали в письменном виде и ставили на контроль с последующим исполнением. Прямой диалог житель и руководитель какой-то службы любой всегда приятно, всегда для населения, для жителей. Это очень, ну, скажем так, приятно. Вот здесь может для кого-то приятно, да, а именно диалог с глазу на глаз. Не надо записываться на прием. Пришел сюда, сказал свои вопросы, здесь записали адрес, обратная связь, решение вопроса. Все быстро, оперативно, все, можно любые вопросы задать абсолютно по всем направлениям. Утро красит нежным светом, стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Колодок бежит с забора, шум на улицах сильней. С добрым утром, милый город, сердце родины моей. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина, Игорь Чернышов для программы «Городские вести».